Дриштах свабава джанитарва пушашча дошар на пракритатва михавакта джанасья пашьет Гангаба самна калубуд будабхена панкар Брамадра ваттама пагачха тинира дармайх. Перевод его божественной милости Бхактивиданты с вами Шрилы Прабхупады. Чистый преданный, сознающий Кришну, пребывает в своем изначальном состоянии и поэтому не отождествляет себя с телом. О нем нельзя судить с материальной точки зрения. Не следует обращать внимание на низкое происхождение такого преданного или на то, что его тело не блещет красотой, искривлено, поражено болезнью или немощно. Такие недостатки, возможно, бросятся в глаза обыкновенному человеку, однако, несмотря на все эти мнимые изъяны, тело чистого преданного никогда ничем не оскверняется. Оно подобно водам Ганги, которые в сезон дождей несут порой пузыри, пену и грязь. Однако Ганга не оскверняется, и те, кто обладает развитым духовным разумом, совершают омовение в Ганге, не обращая внимания на состояние воды. И часть комментария прочитаю. Шуда Бхакти, деятельностью присущей душе, то есть трансцендентным любовным служением Господу, занимается в освобожденном состоянии. В Бхагавадгите 14.26 сказано: «Мамча йо вьябичарина бхакти йогена севате сагунан саматит яйтан брама буяй калпате». Тот, кто полностью отдает себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах не оскверняется от того, от этого пути, не отклоняется. Тот, кто полностью отдает себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах, не отклоняясь от этого пути, преодолевает влияние гун материальной природы и достигает уровня брахмана. Авьябхичарини бхакти означает беспримесная преданность. Человек, занимающийся преданным служением, должен избавиться от материальных мотивов. Тому, кто присоединяется к движению сознания Кришны, необходимо изменить свое сознание. Это нам советует Шрила Прабхупада. Надо изменить свое сознание. Сознание, ориентированное на чувственное наслаждение, это материальное сознание. А сознание, сосредоточенное на служении Кришне, это сознание Кришны. Вручив себя Кришне, душа служит Ему, не преследуя никаких материальных целей. Гьяна карма анавритам, беспримесное преданное служение, трансцендентное таким видом телесных и умственной деятельности, как гьяна и карма. Это называется чистым бхакти. Бхакти-йога – естественная деятельность души, и тот, кто действительно занимается беспримесным, ничем не оскверненным преданным служением, уже находится в освобожденном состоянии. Сагунан самати-тьайтан. Преданный Кришне не подвластен материальным условиям, хотя его тело может показаться материально обусловленным. Вот почему о чистом преданном нельзя судить с материальной точки зрения. Пока человек сам не станет настоящим преданным, он не сможет правильно смотреть на другого преданного. Как объяснялось в предыдущем стихе, существуют три категории преданных – каништхи, мадхьямы и утамы. Каништха не способен отличить преданного от непреданного. Не способен, так вот покажет. Чем отличается? Не знаю. В отличие от него, мадхьяма адхикари видит разницу как между преданным, так и непреданным, и также между преданным и Господом. Поэтому он по-разному относится к Верховной Личности, к Богу, к преданному и непреданному. И еще чуть-чуть, последний кусочек комментария. Критикуя чистого преданного, человек наносит ему оскорбление, вайшнава апаратху, что является серьезным препятствием на пути всякого, кто хочет развить в себе сознание Кришны. Оскорбляя лотосные стопы вайшнава, человек лишает себя возможности извлечь духовное благо из своей практики. Вот почему необходимо во что бы то ни стало избавиться от зависти к наделенному полномочиями вайшнаву, шуда-вайшнаву. Оскорбительно также думать, будто у вас есть право наказывать такого вайшнава, давать ему советы или поправлять его. Вайшнава-неофита от возвышенного вайшнава можно отличить по его делам. Возвышенный вайшнав всегда находится в положении духовного учителя, а неофит всегда считается его учеником. Ученик не должен давать советы духовному учителю.
Кроме того, не надо требовать, чтобы духовный учитель советовался с теми, кто не является его учениками. В этом суть наставления, которое Шрила Рупа Госвами дает в 6 стихе. Намо Вишну Падая Кришна Приштхая Бутале Симати Бхакти Виданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пащатья Дешатарине Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васари Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе. Хочу предложить вам образ, яркий, понятный. Представьте себе вагон стрелок, секундных стрелок и стрелок из-под часов. Ну, вот так, вагон, много-много, миллионов этих стрелок. И рядом стоит вагон с малиновым джемом. Ну, вот два вагона таких вот есть. И потом эти два вагона смешивают вместе. То есть, понимаете, малиновое варенье и секундные стрелки вместе. И вот это, то есть то стоило там много денег, это стоило много денег, но когда это смешивают вместе, это уже ничего не стоит. Это уже бесполезная вещь. И вот мы сейчас находимся с вами в подобном положении. Когда материя смешивается с вечной душой, то становится бесполезная вещь. То есть нельзя как стрелки использовать, да? И нельзя как варенье использовать. Ну, то есть, понимаете, варенье со стрелками. То есть это ужасно вообще. Это хуже, наверное, чем опаснее, чем с песком даже. То есть будет втыкаться там везде. И почему я такой пример привожу? Потому что, смотрите, у нас с вами есть две этих природы. Одно – это варенье, другое – это эти стрелки. То есть, соответственно, в этой аналогии варенье – это духовная природа, сладостная природа, а стрелки – это материальная природа. Вот если были бы просто стрелки, ну, все было бы хорошо. Вот, допустим, вот эти караталы, они лежат, ну, или давайте не будем брать, вот табуретка, да, вот она полностью счастлива. Вот она не так вот как-то не ежится, говорит, что-то мне не хватает, потому что это просто материя. И вот если было бы просто душа, тоже было бы классно. Душа говорит, я хочу любить, я хочу отдавать. Да не проблема, экстатическая любовь в духовном мире. Вечность, они не могут насытиться вот в этом, в том, чтобы служить Кришне. Но когда это вместе, теперь, вот если намазать эту табуретку сознанием, вареньем, да, то она уже не может вот просто вот как бы быть. Что-то не хватает, вот что-то вот как-то вот не хватает. И варенье, и когда в это варенье насыпают этих стрелок, она тоже уже не чувствует себя нормально. Вроде хочется отдавать, любить, но какие-то вот иголки, вот, что-то вот тут не получаю, не могу полностью себя проявить. И вот мы в таком состоянии. С одной стороны, не сидится нам, потому что мы не материя. А с другой стороны, удовлетворить себя не можем, потому что мы, ну, душа, она не может удовлетворяться, когда есть ограничения какие-то. И наставление Шрилы Рупы Госвами в Упанишадах как раз предназначено для того, чтобы вынуть из нашего духовного сознания эти иголки, эти стрелки, которые мешают нам чувствовать себя вареньем, чувствовать себя вечной душой. И это непростая вещь. То есть, ну, с вареньем, по крайней мере, тут понятно, ну, водой разолил это все, да, там как-то вот. А вот как повытаскивать материализм из своего сознания? Потому что мы определенным образом привыкли смотреть на мир. И даже, ну, как бы непонятно, что правильно это, неправильно. И первое, что надо сначала эти вещи увидеть. Потому что сначала человек даже не видит. Он ест, что-то ему больно, как вот это, верблюды едят колючки. Ему классно кажется, что соленые колючки такие, да, он не понимает, что это не то, что ему надо есть. И вот точно так же мы порой, когда неосознанно подходим вообще в жизни или тем более в духовной жизни, не понимаем, что эти вещи, которые в нас, в сознании находятся, называются анартхия. Мы считаем, что это хорошая вещь. Даже не то, что считаем, просто не видим это. Поэтому, читая это, то есть здесь Шрила Рупа Госвами объясняет нам, что правильно, что неправильно.
если мы хотим отделить и стать по-настоящему преданными, нужно поубирать, сначала заметить хотя бы. Когда мы замечаем эти вещи в себе, говорим, это неправильно. Пусть у нас там сил нет, еще чего-то нет, но хотя бы я признаю, это нехорошая вещь. Я не хочу в этом развиваться, хочу это убрать из себя. Вот. И вот этот стих я выбрал, потому как сам на него медитирую. И здесь такой вот момент, как смотреть на преданных. Вот как смотреть на преданных. Понимаю, мне самому сложно так смотреть на преданных. И на чистых, и не на нечистых. Просто как бы есть привычка. Есть определенная привычка, как смотреть вообще на людей. И эта привычка, она также дает и позитивные какие-то вещи. То есть смотрите, здесь говорится, что дриштвах свабава джанитар вапушашча дошер. Дриштвах. Смотреть глазами обыкновенных людей. Как обыкновенные люди смотрят на других. Вот как вы смотрите на них? А кого вообще видите здесь? Вот идет человек, скрипит. Вот. Почему он идет? Он опоздал. Он проспал. Нет, говорят. То есть, можно ли смотреть, то есть, смотрите, можно ли адекватно, глядя на человека, сделать какие-то выводы, почему он делает, как он себя ведет, как он будет себя вести, почему он себя так ведет. Можно ли это сделать? Да, можно это сделать. Можно это сделать. То есть, если мы видим, заходит ребенок, вот, мы же понимаем, как он будет себя вести. Если будут какие-то сладости, он скажет «дай» или «нет». «Дай» скажет. Можно ли поручить ребенку организовать фестиваль? Можно. Но почему бы? Нет, можно, но он не справится. Никто детям это не позволяет делать. Правильно? То есть, если мужчины и женщины по-разному себя ведут, то есть, женщинам нужно было поехать в этот Новый Иерусалим. Что, впечатление. Зачем это надо было делать, думают мужчины? Что потом знать, надо быть женщиной. Улавливаете, да? То есть можно же сказать, можно же это предугадать. Если человек молодой, он весь вот энтузиастичный, мы же понимаем, что ему надо там бегать, прыгать, он не сможет на месте сидеть. А если человеку 70, вот мы предполагаем, что надо бегать, прыгать ему. Мы говорим, нет, дайте, уступите место человеку, пусть он сядет. Согласны же? Мы пользуемся это в жизни. Если мы пользуемся соционикой, мы смотрим на человека, мы понимаем, Гамлет, ему надо на сцену, потому что у него природа такая. Вот. А этот там или еще кто-нибудь такой, он любит считать. Пользуемся или нет? Что вы говорите, нет? Конечно же, пользуемся. Помогает нам это в жизни? Мы можем оценивать конкретно людей, предугадывать результат, мы можем какие-то вещи не ожидать от этих людей. Согласны? То есть по карме, это же карма, да, называется? По карме можем понять гуну. Гуна, качество. Гуну, под которой этот человек действует. То есть по действиям можно понять гуну. Потому что действие проявляет гуну. Но бывает, что мы ошибаемся, глядя на карму. Вот я думаю, он проспал. А на самом деле он не проспал. Он был увлечен. Но по карме я могу предположить. И бывает, что мы ошибаемся как в ту, так и в другую сторону. Бывает, глядя на человека, кажется, что вот он проспал, а на самом деле я ошибся. И вот я зря сказал про человека. Он обиделся, он говорит, что вы, я не спал. Вы думали, что эта карма была проявлением тамагуны, а на самом деле эта карма была проявлением благости. То есть вы меня оскорбили. Бывает такое? Даже с детьми так бывает. Думаешь, что вот он там, вот там что-то обманул. Вот, как Рагунандан думали, что обманул. А на самом деле чистый преданный. Бывает, да? А бывает наоборот, что так вот смотришь, хороший человек, а оказался саботер. У меня был очень сильный опыт вообще.
Вот, наверное, Ачутамадава Прабху, в силу его прошлой работы, был тоже опыт того, приехали мы в Дели, прилетели на самолете, у нас был поезд в Ришикеш, мы приходим на вокзал, приезжаем на такси на вокзал, и человек в форме, ну, какой-то служитель этого вокзала, вот человек, он говорит, а вы чего? Мы говорим, ну вот у нас поезд. Он посмотрел на наши билеты и говорит, а вы знаете, что ваш поезд отменили? Мы говорим, как отменили? А что нам делать? Надо пойти поменять билеты. Надо пойти вот здесь вот касса, сходите туда. Мы идем туда, там закрыто. Он со страданием говорит, о, слушайте, тут офис есть. Офис. Я сейчас, подождите, давайте. И, значит, сажает нас в такси. Таксисту говорит, не больше 100 рублей. То есть вы сейчас как бы не обманываете, туристы, хорошие люди, 100 рублей. Он привозит нас в офис, там сидят люди, которые там хотели нам помочь, не смогли помочь и организовали для нас такси. Я думаю, какие хорошие люди вообще. Приезжаем в Ришикеш, нас поезд не отменили. Это просто был развод. Я потом еще думал, когда мы ехали, я думал, могли бы убить ведь вообще. Они убили? Хорошие люди. Но улавливаете, да? А так вот по лицу непонятно. И форма у него, и лицо доброе. И глаза тоже светятся непонятным светом. Ну почти просто. Почти. Можно так, правильно? То есть мы можем как бы ошибаться, да? Если даже мы в материальных вещах не всегда по карме, не всегда по карме можем понять гуну, даже в материальных вещах, что говорить про Кришну, что говорить про его чистых преданных. Потому что, ну, про Кришну, да, вот читают люди, у Кришны было 16 108 жен. Зачем? Понятное дело, страстный был ваш Кришна, страстный, ему 8 жен не хватало, он еще 16 тысяч взял. Они ж не знают, почему он их взял. Они ж не знают, что если бы он их не взял, никто бы их вообще никогда не взял. И что они чистые, они как бы не потому, что ему что-то не хватало, а просто потому, что он хотел им послужить таким образом, как преданный. И когда чистый преданный что-то делает, говорит нам Шрила Прабхупада, цитирую стих из Бхагавад-гиты, что чистая бхакти означает, это тоже гуна, это тоже гуна, это тоже качество. Он тоже преданный под влиянием гуны находится, но не материальной гуны, духовной гуны. Он хочет служить, чистый преданный хочет служить Кришне, бескорыстно. Но со стороны, если смотреть на чистого преданного, почему он это делает, а непонятно. Наверное, ему денег не хватает. Наверное, он, и тоже по телу уже можно смотреть, маленький такой кумар. Вообще без одежды ходит, четвером они ходят. Ну а что про них думать? Ну дети. А они не дети. Или с хвостом чистый преданный. Кто? Обезьяна? Нет, не обезьяна. Он не ведет себя как обезьяна. Он не ведет себя как ребенок. Он не ведет себя как пожилой человек. Он не ведет себя как бизнесмен. Да, Шрила Прабхупада, ему говорили, про него говорили, ну, он просто бизнесом занимался. Поэтому он поехал на Запад, и так как он, у него хватка есть бизнесменская, он смог этот бизнес сделать. А нам понятно, а мы только шастры же, а он просто бизнесмен, поэтому вот так. Неправильно. И поэтому судить про чистого преданного, судить очень сложно. Даже в материальных каких-то вещах можно ошибиться в человеке, глядя на то, как что он делает. В мотивах ошибиться. Но про чистого преданного вообще непонятно, почему он это делает. Знаменитая история из читания Чаритамриты про Пундарика Видьянидхи. Читание Бхагавати, да. Пундарика Видьянидхи. Великий вайшнав, то есть получается, что если он отец Шримати Радхарани в духовном мире, у него такая сварупа, то Господь Читания, предчувствуя, предвидя его приезд, он восклицал «Пундарика, отец мой», да? Так как он в настроении Шримати Радхарани, он ждал и все думали, кто это за Пундарика, кто это такой, вот, что, кто это приезжает. И кто? Мукунда его воздел, Рагунатху, Гададхару Пандита, кто его? Мукунда.
Да. Он говорит, пойдем, Гададхара пандит. Гададхара пандит, брамачари, поклоняется божеству, дал обет, поклоняться божеству. Вот он весь такой чистый, отреченный. Его никак, ну, естественно, если человека что-то интересует, он в это полностью погружается, отвергает все то, что мешает ему. Так вот, Гададхара пандит, он очень просто жил, чтобы не загружать свою садхану чем-то таким, что будет его отвлекать. И вот его ведут, он поверил своему другу Мукунде, что вот мы идем к чистому преданному, совершенному преданному. Они приходят к чистому преданному, чистый преданный Вачу Вегам, Манасакрода Вегам, Джихва Вегам, Удара Упастхи Вегам. Вот, приходят, и что он видит? Он видит человека с напомаженными волосами, который сидит, курит кальян, смотрит в зеркало, так знаете, такой поворачивает, смотрит в зеркало, смеется, глядя на себя, так улыбается. Тут у него плевательницы серебряные, здесь у него люди омахивают его опахалами. То есть он реально наслаждает свои чувства. Мы говорим, нет, нет, это чистый преданный. Подождите, какой он чистый преданный? Он реально наслаждает чувства. Ну а как еще думать-то? Ну по факту же, смотрите, курит кальян, нарушает регулирующие принципы. А? Бетель нарушает регулирующие принципы. То есть наркотические ест вещи. Да вообще. Вот. Апаратха. То есть неправильная оценка. А вот как должен был думать Гададхара пандит? Вот глядя на это. Правильно он подумал? Вот глядя на все это, он правильно подумал? Правильно. Он правильно подумал. Потому что по внешнему моменту трудно понять. И он подумал, это же какой-то наслажденец просто. С уважением. Он же не стал материться, да? Он не стал оскорблять этого человека. Не стал это. Он так вот, но он понял, что вот я не хочу вот как-то вот, может быть, он начинающий преданный. Может, как-то ему попроповедовали, он стал, может, он предлагает этот кальян, я не знаю. Но по всем признакам наслажденец. Как понять? Как можно понять, какой мотив у человека? Так же можно с ума сойти. Так мы можем каждого бомша, которого мы встречаем, смотреть на него. Вот он пьет что-то, а вдруг это чистый преданный. И так же бывает. Вамшидас Бабаджи раскидывал еще эти рыбьи кости. Если приходите, он говорит, тут святые, тут рыбьи кости. Вот как понять? И вот, смотрите, неофиты, в чем проблема неофитов? Вот они, у них крайности. У них крайности. Они не разбираются. Шрила Прабхупада говорит здесь. Так как, ну, материальное видение только, они не видят каких-то таких, не знают, на что обращать внимание. Они не научены, на что обращать внимание. Поэтому они в тупике. И вот, как бы, вот они про Пундарики Видянитхи услышали, потом про Вамшидас Бабаджи, про рыбьи кости услышали, теперь они встречают какого-то бомжа на вокзале и на всякий случай. Слышали такое, да? Что если ты не знаешь, какой уровень у преданного, то значит автоматически считай его старшим. Правильно? Нет. Неправильно. Неправильно. Нормально, да? Сейчас докажу. Сейчас я докажу. Не обязательно для того, чтобы уважать человека, считать его старшим преданным. Не обязательно. Сейчас мы разберемся с этим. Итак, смотрите, наш неофит, как бы под влиянием вот этих всех историй, понимает, что вообще вокруг все чистые преданные. Потому что я не понимаю, что за этим стоит. За этим стоит какая-то лила. То есть, другими словами, он кого имитирует? Махабхагавату. Махабхагавата везде видит лилу. И вот наш неофит считает, что везде это чистые преданные, которые все это делают, и это все просто не понимают, что это лила, но на самом деле это лила. Какая проблема у него будет? Ну, он не искренне это говорит.
Не, он очень искренне прям. Пойдет, потому что не за тем. Пойдет. Потому что когда он с этим бомжом начнет вместе выпивать, то он потеряет все остатки своего сознания Кришны. Если он считает этого неофита старшим преданным и начнет его слушать, а что надо со старшими преданными делать? Слушаться надо. Ну, как бы у него же есть сознание Кришны. Поэтому мне надо перенять его сознание Кришны, ну, раз он старший. Так ведь? А если у него нет сознания Кришны, то тогда я потеряю свое сознание Кришны. Поэтому, ну, это неправильно. Всех считать одинаково великими махатмами – это глупость. Это, значит, имитировать Махабхагаву. Теперь то есть другая крайность – это когда человек говорит, что все бомжи. И почему? Потому что вот он увидел, конечно, можно там оправдать, сказать, ну, знаете, это я, ну, я как бы для вашего блага это делаю, но мы же понимаем, деньги человек зарабатывает. Он говорит, я вот там проповедую, ну, это его заработок просто. И я вот всех подозреваю во всем этом. Такая может быть вещь. Это к чему приведет? Что все они неискренние, все они притворщики, это оскорбление. Притом, даже если это не Махабхагавата, а если это начинающий преданный, у которого действительно такое есть, все равно это будет оскорбительно. Я буду свысока на него смотреть. Поэтому и то, и другое – это неправильно. Считать всех старшими, несмотря на все эти вот вещи, это неправильно. Считать всех падшими – это тоже неправильно. Как понять, какие же они? Вот почему так делал Пундарика Видянитхи? Какой мотив стоял за этим, вы знаете? Завистник. Он не хотел, чтобы все знали о том, что он Махабхагават. Он не хотел просто. Вот видите, у нас как бы у нас другая проблема. Хотелось бы, чтобы люди поняли, что я преданный. И я как бы и одеваюсь так, и как бы и говорю, и как бы так искренне смотрю на алтарь. Вот. Ну, чтобы хоть кто-то понял, что я преданный. У человека другая проблема. Он не хочет, чтобы люди понимали, что он принял. Он разбрасывает вот эти вот рыбьи кости вокруг себя. Тоже не надо имитировать. Вот. Люди ж не поймут. А ему все равно, поняли или не поняли. Как же, каким образом... Мы будем это делать, чтобы поняли как бы нашу особенность. Наша особенность, да. Каким образом Гададхара Пандит таки разобрался, что это Махабхагават? Вот так не понять. Вот так вот в лоб, если смотреть, не понять. Как он понял, что там, что он, может, не понял, зачем он это делает, но он понял, что это точно не гуны природы. Вот как он это понял? Когда он прочитал стих, когда Мукунда прочитал стих «Ахобакиям стана калакутам» и «Прахпутану», где найти более милостивого господина. И Пундарика Видянитхи, он стал разрывать вот эти вот рубашки, как их назвать? Как и рубашки тоже. Подушки, да. Я хотел сказать, как это одежда называется? Нет. Одежды, когда на заказ шьют, такие вот для него вот очень не стильная, как-то вот эксклюзивная вот одежда, дорогая вообще. Он стал разрывать бук и вот так вот треснул просто. Смотрите, вот у него прям лицо поменялось. Ну, то есть я понимаю экстаз, но не до такой же степени. А ему вот до такой степени на самом деле было все равно этот MacBook, там вот это, там вот это. Мебель. Вот все это поломал просто. То есть он показал свою природу, что его вообще не интересует чувственное наслаждение. Ему было все равно, как он со стороны выглядел. Ну, то есть это же безумие. Вот сняли бы на камеру, это же вообще, дискредитация. Ему было все равно. И в этот момент Гададхара Пандит понял пятый стих, это был у нас шестой стих, пятый стих, что у человека нет, там говорится, ниндади шунья, нинда ади, то есть начиная с нинды и так далее. Нинда значит критиковать других и также другие пороки, потому что вот это вот нинда это является основой, из которой все остальные пороки потом вырастают. То есть явно никакой склонности к чувственным наслаждениям. И поэтому он вдохновился. Не то, что он, знаете, хотел извиниться, что, ну, как у самураев, да, если ты что-то не так сделал, должен палец отрубить.
Ну, как бы вот так вот принято. И как бы у Кришны ты в кого-то оскорбил, ну, надо у него инициацию получать. Нет, нет, не такой был мотив. Не такой был мотив. Он просто понял, что у Пундарики Видянитхи есть реально сознание Кришны. И он принял у него посвящение, чтобы у меня было тоже такое сознание Кришны. Интересно, иногда преданные неправильно понимают наставление 5 стиха «Нектара наставлений», где говорит, что нужно получить посвящение у возвышенного вайшнава, и описывают качество этого вайшнава. Иногда возникает глупое, такое материальное понимание этого всего, что мне нужно какого-то крутого вайшнава, ну, признанного крутого вайшнава принять, чтобы потом всем показывать фотографию, говорит, а вот у меня Махабхагавата. Вот так, понимаете? Расика вайшнав, вот. Поэтому я тоже крут. Но оказывается, идея не в этом, чтобы хвастаться другим, что у меня Махабхагавата. А идея в том, что человек, материалист, у которого варенье с этими стрелками перемешаны, вот ему, чтобы вдохновиться, выковыривать эти стрелки, так-то он не готов это делать. Ему нужно, чтобы был какой-то, кто-то его сильно-сильно вдохновил, сильно-сильно был экстремально смиренным, чтобы даже этого материалиста пробило, и ему захотелось практиковать смирение. Вот иначе нас не возьмешь просто никак. Поэтому вот насколько это возможно в моем окружении найти вайшнава, у которого эти качества максимально проявлены, вот его надо принять как дикшигуру, как шикшигуру, принять, зачем? То есть впитывать от него сознание Кришны. А иначе я не буду выковыривать этого ничего. И вот так как Гададхара Пандит увидел эти признаки Махабхагаваты, Пундарики Видянитхи, то он принял у него посвящение. Вот такой момент. И теперь, вот если есть такой Махабхагавата, то не нужно думать, что его тело отражает его настроение. Потому что почему он там этот кальян курил? Не потому что ему нравился кальян, а чтобы просто его никто не беспокоил. Чтобы автографы никто не брал, там, не фотографировался с ним, потому что он и посвящение кому не собирался давать, считает себя падшим и так далее. То есть вот зачем он это делал. Ну как это понять? Только вот по этим признакам. Поэтому вот этот стих, он конкретно относится к совершенным преданным. Вот этот стих, который мы с вами прочитали, что если у человека из 5 стиха, у этого Махабхагаваты, у чистого преданного, вот, если вы вдруг судите его по телу, что вот он там Достоевский, или что вот он старый, или он молодой, у него там кровь, или что-то еще, то это неправильно. Вы неадекватно его оцениваете. За всем, что он делает, даже за его ошибками внешними, стоит сознание Кришны. Ну, знаменитый пример, когда, как его звали, редактор Шрилы Прабхупады, Хаигрива Прабху, по-моему, да? Он говорит, Шрила Прабхупада, вот здесь написано, что чистый преданный совершенен, а я каждый день исправляю ваши ошибки по-английскому. Вот как, в чем же тут совершенство-то? Ну, очевидно, что... Или как Госвами Махарадж рассказывал, когда он первый раз встретился с преданными, они показали ему фотографию чистого преданного. Он говорит, ну как он может быть совершенен, если он в очках? То есть, ну, не может быть чистым преданным, совершенным преданным. Так вот, за всеми этими вещами внешне может быть напоминающим нам какое-то материальное качество, на самом деле стоит желание служить Кришне. И говорит нам Шримад Бхагаватам, сейчас мы дойдем до нас, Шримад Бхагаватам 11.17.27 говорит, «Ачарья мам виджанеят навамандьета кархичит, намартья будхишу это сарвадева мою гуру». Что чистого преданного никогда нельзя считать обычным человеком. И обычный человек означает, что по отношению к нему можно завидовать, да, как-то эксплуатировать его, использовать для чего-то, для своего. Говорит, ни в коем случае нельзя так относиться к чистому преданному. То есть, и если человек считает его обычным человеком, судит по телу, он ошибается. Он думает, что это какая-то материальная, там, соционическая, еще какая-то вещь, какая-то гуна природы сейчас. Нет, это не так. Это не так. Но чтобы убедиться, что это чистый преданный, надо посмотреть на 5 стих и найти в нем это качество. Если в нем эти качества есть, я могу что-то не понимать, как он, почему он это делает. Но я знаю, что это на благо делается.
Почему важно так смотреть на духовного учителя? Почему важно так смотреть? Потому что я не смогу научиться у него сознанию Кришны. Если я неправильно оценил его, Шрила Прабхупада в комментарии к этому стиху говорит, что меня окружают духовные братья-неофиты. То есть они не понимают, почему я это делаю. То есть почему я переехал через океан, хотя саньяси не должен переезжать через океан. Почему я устраиваю эти ашамы там, и для матыши, и для прабу, почему как бы, я даю млечхам вторую инициацию. Они не понимают, что это не просто я хочу набрать последователей, или я хочу как-то приспособить, ну, чтобы как-то прославиться это все. Они не понимают, что за всем этим стоит одна вещь. Я хочу выполнить наставление своего духовного учителя. Они просто на это не обращают внимания. Они смотрят на внешние вещи и по этим внешним вещам думают, вот, а что бы я думал, делая таким образом? И дают оценку таким образом. Может быть, для кого-то это и правильно, кто-то делает это из таких соображений. Но вы посмотрите на качество сначала. Если это Махабхагавата, то что бы он ни делал, вам только кажется, что это неправильно. А если это не Махабхагавата, другое дело. Но если это Махабхагавата, Сударачаро, даже если он делает самый нехороший поступок, как вам кажется, на самом деле за этим не стоит гун природы, за этим стоит желание служить. И какая проблема возникает, когда человек вот так смотрит на Шрилу Прабхупаду? Проблема такая, что вот Шрила Прабхупада что-то пишет, а он читает и говорит, ну да, но на самом деле вот тут в шастрах вот так вот сказано. Ну подождите. Шрила Прабхупада своей жизнью доказал, что он разбирается в шастрах. И если он вот так объясняет, то это не просто ему что-то там сгрустнулось, или как-то у него было такое, ну, какое-то настроение не то, он решил там, или он хотел, там кто-то его обидел, да, и он выместил злость на них, и вот написал вот таким образом. Это глупо так считать. То есть если чистый преданный что-то пишет, то это имеет смысл. Значит, для нас это очень важно. Если духовный учитель, если я принимаю, вижу в духовном учителе эти качества, и духовный учитель мне просит что-то делать, а я говорю, ну, вы как бы завтра давайте, вот, ну, вы там выспитесь, там как бы у вас, ну, съешьте что-нибудь сладкое. Вот. Что вы плачете? Я помню вот эту историю про Ишварапури и Рамачандрапури, да? Когда духовный учитель оставляет тело, он плачет, а тот думает, он боится смерти. Рамачандрапури думает, он боится смерти. Начинает его успокаивать, что надо медитировать на Брахман, что нужно отрешиться от всего этого. Он же перепутал. Он не понял, почему эта карма происходит. Что на самом деле это разлука с Кришной. И получил проклятие вообще. Поэтому по отношению к вот этим Махабхагаватам вообще нельзя материально оценивать. Давать советы, говорит Шрила Прабхупада, считать, что я могу исправлять как неофита. Да, он преданный, я знаю, он преданный, но он начинающий преданный. Он делает здесь ошибки, я хочу его поправить. Вот это оскорбление, это перепутал человек. Теперь давайте подумаем, а если с Махабхагаватой понятно, да? Он вне гун, что бы он ни делал, это все как бы, не как бы, а реальное служение. Нужно вдохновляться, нужно учиться, вот, не оценивать никак, вот, если это Махабхагават. А если это не Махабхагават? Если вот прям реально смотрю на человека, и он объедается. Нет, ну, конечно, может быть, это как бы служение просаду. То есть человек не хочет, чтобы вот там как-то пропало, и он ну, вот, ну, ночью решил это сделать. Вот. Но так смотришь, потом джапу читает человек и спит. Вот как-то странно. Может, он в экстазе, я не знаю. В трансе, точно. В трансе. И вот смотрю, и как бы кино смотрит. Постоянно смотрит кино, спит на джапе, не ходит на службы, неинтересно ему это все. Критикует других людей, дерется с другими людьми. Что-то вот как бы ниндати шунья, вот это как-то нет. Последняя модель айфона. Да, не одну при том, две. Ну, вдруг одна потеряется, на всякий случай. И вот как бы сомнение, что это Махабхагавата.
Гуру не слушайте. Ну, гуру говорит. Ладно, если бы как бы гуру сказал вот такую садхану соблюдать. Так гуру же говорит про другую садхану. Очевидно, что он не следует этому. И как бы уже начинаешь думать, ага, ну то есть влияет на этого человека гуны или нет? Ну точно же влияет. Или нет? Да. Ну то есть, а он преданный? Да. Преданный, но на него влияют гуны. Так, если на него влияют гуны, то можем ли мы просто по его как бы поведению, по его телу, по его как бы вот этой всей истории, можем ли мы судить, в смысле, ну, принимать это в расчет или не можем? Можем. Оценивать можем? Или нет? Можем. А какая проблема может быть? Что мы тоже в гунах. Ну, мы тоже в гунах, понятно, но он тоже в гунах. Он же не Маха-Бхагавата. Последуем наставлению и испортим свою духовную жизнь. Ну, подумаю, что все преданные такие. Все преданные, но они все разные. Мы как бы вот видим, человек в гунах. Ну, реально в гунах. Ну, критиковать нельзя. Критиковать начнем. Там, смотрите, главное не забыть, что он преданный. Вот какой момент интересный. Да, гуны влияют, очевидно. Но не только же там гуны. Там же есть преданность. Или нет? А если есть, то это не обычный же, хотел сказать, гунный человек. Это же не обычный человек. Там у него есть такая вот, знаете, вот как, ну вот дети, много детей, но один как бы ребенок, ну там у него папа министр. Ну есть разница? Они все там в песочнице играют. Но вот этот вот, они все бьют друг друга лопаткой по голове. Ну как бы есть такая, ну дети просто. Но вот этот к нему по-особому относится, потому что у него папа министр. Уловили, да? Поэтому как нам Рупа Госвами говорит относиться к преданным, которые повторяют святое имя, но при этом они не Маха-Бхагаваты? Говорится, надо уважительно относиться. Уважать за что их надо? За то, что они преданные. Кому это надо? Это Кришне надо. Если я преданный Кришне, то я говорю, что это твой человек, твой ребенок, ну, то есть ты как бы министр, твой ребенок тоже лопаткой может кого-то зацепить. Вот. Но я понимаю, что это не просто ребенок, он папа-министр у него. Поэтому надо вот это нельзя забывать. И мало того, преданный интересный момент такой, там говорится, что нужно выражать почтение на расстоянии. И это можно буквально делать, ну буквально, в смысле, я вообще не пересекаюсь с этим человеком, потому что если он мне даст лопаткой, то я могу ему дать в нос. А это уже нехорошо. Я могу потерять вообще, забыть, что он преданный. И чтобы не забыть, что он преданный, лучше держаться от него подальше, чтобы не потерять остатки своего уважения к этому человеку. Такое может быть. Чтобы не забыть, что я преданный, да. То есть по-разному может быть. Тоже Госвами Махарадж как-то говорил, что общаться, говорил о том, что общаться с некоторыми преданными, которые потеряли веру, это еще опаснее, чем общаться с непреданными. Поэтому с какими-то преданными вообще надо далеко держаться, чтобы не потерять свое сознание Кришны или не потерять уважение к этому человеку. Но также это означает, не обязательно, что я прям на расстоянии вообще держусь. Ну, как бы дистанция такая, в смысле, на физическом плане. Также это может быть, что я просто с какими-то аспектами этой личности не соприкасаюсь. Ну вот там, где вот, ну, не провоцируют человека на, ну, вот какие-то вот материальные вещи. Могу помогать. То есть я знаю слабые места человека. И вместо того, чтобы, знаете, надавливать на эти слабые места, провоцировать человека. Но я знаю, человек не достиг совершенства, он не Маха-Бхагават. Гуны не могут влиять. А если это мадьяма, начинающий мадьяма, он реально борется за сознание Кришны. Я не хочу провоцировать его на падение. Я не хочу провоцировать его на какие-то, ну, неправильные вещи. Это помощь, это дружба. То есть вместо того, чтобы тыкать и говорить, что ну вот там то, вот это, вот это, вот это, ну как бы для этого не надо быть преданным. Это просто вот выйти на улицу, там все объяснят. Вот. Пойти в армию, там все объяснят. Поэтому вот эта вот вещь, я хочу одну вещь донести, важную.
что мы уважаем, нас учит Рупа Госвами. Нас Рупа Госвами учит не только Махабхагавату уважать. Так можно подумать. Ну вот Махабхагавата вне гун, у него надо учиться, все нормально. Вот. Все, что он делает, я принимаю, потому что я вижу его качество. Но и речь идет о том, это сложная вещь. Это непривычная вещь. Мы так обычно не делаем. Наш ум на это не натренирован. Что оказывается, преданный в принципе ко всем уважительно относится. Даже не к преданным. Даже не к преданным. То есть материалист, обычный человек, он эксплуатирует окружающих, ну, в зависимости от их уровня по-разному, а преданный в принципе настроен на служение. Мадьяма также, конечно, тоже на эксплуатацию. Мадьяма, кем мы пытаемся стать, он служит просто всем. Но в зависимости от уровня ему надо пока учитывать. Он не Махабхагавата, который не учитывает. Мадьяма должен учитывать. И вот если он перед собой видит Махабхагавату, он просто превращается в слух, чтобы впитывать от него это вдохновение. Он учится у него, получает там дикшу у него, у такого человека. Если он видит мадьямы, то есть те, кто искренне борется за свое сознание Кришны, он готов им служить, он вместе готов служить и друг другу помогать бороться за сознание Кришны. Таково его служение. Если это начинающий преданный, который наслаждает свои чувства, ну, налево и направо, но при этом он повторяет Харе Кришна мантру, он уважает его за это, но не учится у него сознанию Кришны. Он не учится у него сознанию Кришны, потому что у него нет сознания Кришны. Он не принимает его старшим. Старшим принять означает учиться у человека. Он не принимает, но при этом уважает. Вот странная вещь, не принимать кого-то старшим, но при этом уважать. Это же не материальное качество. А за что же он его уважает? Потому что он дорог Кришне. Он Кришну уважает, поэтому он его принимает. Хотя ум говорит, за что его уважать. И если даже это не преданный, то есть человек вообще не преследующий эту цель, там, стать кем-то там стать, просто наслаждается. Даже по отношению к нему он не испытывает вот этого, ну, какого-то негатива, да? То есть он уважает его за то, что он все равно как-то, вот Кришна говорит, да я сарвабутышу, да? Что ко всем живым существам, Кришна говорит, ко всем живым существам нужно испытывать сострадание. И вот если человек, то есть это сложная вещь, поэтому-то и говорит Рупа Госвами, примите посвящение или вдохновляйтесь от того, кто горит этим, очень сильно горит, потому что самому не хватит сил. Просто кто-то вот что-то сделал уже не так, уже хочется разорвать человека. Ну, как бы природа уже, она, гуны начинают меня одолевать. Но если есть общение с людьми, ну, то, что Рупа Госвами советует, общение с такими возвышенными преданными, то есть шанс следовать тому, что Рупа Госвами говорит. И тогда это путь к тому, чтобы выковырить эти стрелки из варенья, и осталось только варенье. Вот. Магнит там, как-то промыть это все, по-разному можно это сделать. Вот этим я хотел поделиться, то есть к чему это все, что есть преданный, на всех смотрит с уважением. Мы, как начинающие преданные, хотим этому научиться. При этом он уважает людей, проявляет это уважение и служение людям по-разному. Не обязательно, если я не понимаю уровень, сразу читать его Махабхагаваты на всякий случай и учиться у него. Вот это не надо делать, это глупость. Вот, надо посмотреть на качество. Вот. Но уважать, для того, чтобы уважать, не обязательно считать кого-то выше. Он уже выше, в смысле, он слуга Бога, даже если забыл об этом. Бог выше меня, поэтому я перед всем стараюсь уважительно относиться, перед каждым. Так нас учит Господь Читания. Но это не значит, что я у всех учусь сознанию Кришны. Вот. Но если даже человек не Махабхагавата, то уважение я проявляю, стараюсь проявлять и по-разному учитывая уровень этого человека. Вот такая тема. Хари Кришна, спасибо за внимание. Дополнения, вопросы.